Всем привет, это Олег, город-герой Севастополь. Времена у нас непростые, всем надо работать, я считаю, в это время. Каждый на своем объекте, на своем фронте. Наш губернатор, губернатор Севастополя и губернатор, руководитель Республики Крым запустили программы «Мы работаем» или «Работаем, братья», и рассказывается о предприятиях, которые в эти времена работают. Кто-то хлеб производит, кто-то рельсы, кто-то еще что-то. Ну, то есть, понимаете, сейчас у каждого должно быть какой-то свой объект работы. Даже мы, блогеры, прям призыв к блогерам. Ребята, нужна от вас тоже и позитивная информация про красоты Крыма, про пляжи, про предприятия, которые работают. Вы все знаете, что у блогеров отключили монетизацию видеоблогеров на Ютубе и много где. На самом деле это уникальный, интересный случай блогерам объединиться с нашими производителями, строителями крымскими и запустить какие-то совместные проекты. Ребята, рассказывайте об этих предприятиях. Вам финансово все равно какая-то помощь будет, организует, то есть то, что все надо доехать, там поснимать какие-то расходы. То есть договаривайтесь, это самое время рекламировать наших ребят, наших крымских, севастопольских производителей. В данном случае мы в стороне не остаемся, мы находимся с вами в Байдарской долине. Смотрите, какие прелестные домики за мной. Это населенный пункт Широкая. Мы приехали смотреть, как строится бассейн компании Кирпул, которая нам помогает снимать наши репортажи, пригласила нас показать, как они это делают, эти бассейны. И самое главное рассказать, а нафига в Крыму нужны бассейны? У нас же море тут вроде рядом. У нас вроде вон Чернореческое водохранилище, вот оно прям рядом. Нафига нужен бассейн? Давайте сейчас у Димки сходим и спросим. Поехали, ребят. Давайте, ребята, зайдем, прогуляемся. Кстати, вот сразу вижу, газ тянут людям. Газ тянут. Нам бы протянул кто. Домишки, конечно, красивые, шикарные видом. О, Чернореческое водохранилище. Кстати, Чернореческое водохранилище купаться нельзя, к слову, в бассейнах. Давайте, зайдемте, посмотрим. Да, супер. Красиво тут. О, Димку вижу. Красивый, красивый дом, модный, хай-так строится. Ну привет, Дим. О, приветствую, Олег. Это Дмитрий, компания Кирпул. Дим, во-первых, расскажи, что за прелесть, что это такое плавает. Сразу мне интересно. Так, это у нас робот-пылесос, который работает сам в бассейне, полностью чистит бассейн. Этот робот-пылесос у нас. Запустишь? Да, конечно. Сейчас запущу. Сразу интересные какие-то фишечки подглядеть. Пылесоса его нет. Так, а Данил? Просто на клавишу там. Победа есть, гуляй поле.
Вау! Ну вот он сейчас, пока проснется, начнет работать. Он у нас чистит дно, стены, ползает, ступеньки чистит. То есть полностью работает, как говорится, самостоятельно. Не нужно там человеку вручную это делать, этим заниматься. Сейчас он пока подумает, проснется. Понял. И вперед. Понял. В работу. Давай, перейдем. К бассейну? Нет, давай вообще вот к общему. Ты же из Москвы приехал. Да. Нравится Крым? Очень. Влюбился? Безумно. Это да, это не обсуждается. Конечно же, какое развитие Крыма сейчас идет. Прям вот так вот здорово. Построился? Почти в процессе, но это потом будет в отдельном ролике. Ну я знаю, ты по соседству от меня, в гости буду заскакивать к тебе. Вообще не вопрос. Пока не будем говорить, давай, достраивайся. Да, посмотрим, хорошо. Твой бассейн посмотрим. Слушай, давай, я интервью веду, я тебе просто задаю. Слушай, смотри, у нас вон там вот за горами море. Есть у нас здесь водоемы всевозможные, летом искупаться, в принципе, есть где. Нахрена в Крыму бассейн? Расскажи нам. А это такой вопрос очень интересный. Ну вот вы представляете, приходите там с работы, либо там уставшие, и у вас здесь под домом теплая, чистая вода, которая... Пресная вода, которой вы можете там с детьми поплавать, отдохнуть. Прям вот... Пати можно устраивать, как говорится. Ну, в жару занырнуть водичку, это, конечно, круто. Иной раз до моря, да действительно в лом тащиться. Здесь, ладно, я на побережье живу, здесь-то все равно далековато. Приехать, окунуться охота. Душ — это душ, а вот занырнуть — это другая тема. Да, это другие ощущения. И, кстати, вот уличный бассейн, да, вот именно уличный, не тот, который в доме. Уличный намного приятнее, чем в доме. Потому что ты плаваешь, да, и у тебя тут солнце, климат вот этот вот крымский, замечательный, изумительный, ну просто вот бомба. Слушай, насколько дорого обслуживать вообще? Обслуживание вообще недорого. Ну, это копейки, там 1000-3 в месяц на химреагенты тратится. Ну, это не те деньги, которые, ну, о которых можно думать, да, потому что, ну, бассейн — это удовольствие. И, кстати, сейчас практически каждый может себе позволить бассейн, потому что стоимость его уже настолько урегулирована по деньгам, да. Ну, вы покупаете машину, допустим, там, миллион, там, полтора-два миллиона, ну, точно так же стоимость бассейна. Дима, вообще-то, вот, самое самая главная фишка, мне кажется, и ты вот 100% ее поддержишь, это то, что, сам видишь, туристический кластер очень сильно развивается. Очень многие строят гостевые домики. Не всегда бывает хорошая погода. Согласен. Допустим, май-июнь еще достаточно прохладно, сентябре-октябре люди приезжают, солнце жгет, надо где-то искупаться. И в данном случае гостиницы, гостевые дома, бассейн — это просто бомба. Да, это бомба, согласен. И, кстати, бассейн, он привлекает больше народа, ну, да, чем, допустим, просто там какие-то эллинги, давай, там гостишки без бассейна. Бассейн — это, ну, как бы первое, то, что клиент смотрит, когда он едет на отдых. Слушай, я так понимаю, ты же не только в Крыму, вообще у тебя география какая? Матушка Россия. Молодец, молодец. Ну, вот сейчас на данный момент ведем там в Москве, Московской области объектов 5, потом в Астрахани огромный бассейн делаем 15 на 5. Ну, сейчас вот в Крыму это у нас первый бассейн. Далее, это в этом году первый бассейн. Далее здесь по соседству сосед тоже хочет такой же бассейн. Вот, потом в Приветном мы будем делать бассейн. 25 мая приезжаем. И в Приветное у нас уже есть, как говорится, объект. Круто. Да, и круто. Тем более вам скажу то, что в этом году границы закрыты. Сейчас будет в Крыму очень много. Это мы знаем, это аншлаг будет. Да, но будем еще исходить, как у нас с военной операцией будут идти дальше дела. Но мы надеемся на аншлаг. Да, на все деле. Будет да. Класс. Да. Главное, чтобы быстрее все сделали. Да, быстрее бы все закончилось. Да. Слушай, я все вообще, вот на самом деле, я-то вот за Крым, вообще за Севастополь переживаю. Хочу, чтобы как можно больше сюда вливалось денег. У тебя достаточно друзей, которые сюда переезжают и перевозят сюда бизнес, открывают какие-то предприятия, производства?
Как вообще Москва к этому настроена? Вот опиши, расскажи. Знаешь, Олег, дело в том, что сейчас, вот я же говорю, люди только поняли, что нужно в Крым вливать деньги. Что, во-первых, безопасно, потому что когда только это все произошло, люди немножко боялись там чего-то. Сейчас люди уже все поняли. Крым наш навсегда. Вот. И люди сюда вливают деньги, очень большие. Они строят и гостиницы, дома для сдачи, для себя, просто дачу, почему нет? Ты работаешь в Москве, зачем тебе ехать там в Египет, в Турцию, вот эти вот страны, да? Ты можешь приехать в собственный дом и отдыхать в Крыму, в этом, не знаю, чудесном климате. Да, пусть станет модно отдыхать в Крыму, на самом деле. Как было в советское время. Ой, наверное, в Крыму отдыхали. Это, по-моему, Москва. В Москве слезам не верит, наверное, да, вот там было. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, уже поток туристов превысил количество то, которое было в Советском Союзе. Да, и каждый год рекорды бьем. Да, и благодаря мосту, то, что мост построили, Таврида, дороги идеальные. То есть можно уже хотя бы как-то двигаться, и прям приятно. Я, допустим, из Москвы сюда доезжаю ровно за сутки, да, на машине. Ровно сутки. И без всяких остановок. Останавливаемся только на заправке. Ну, я просто с севера Москвы, я с Сергиев Посада еду. И мне еще до Москвы, мне до Москвы 70 километров, и через всю Москву. То есть, немножко дальше. Я с Чехова утром выезжаю на рассвете, здесь я в 12. Ну да, Чехова это уже сторона, южная, намного быстрее. А мне еще до Чехова 2 часа пилить. Так, ладно, сворачиваемся. Дим, огромное тебе спасибо вообще от севастопольцев, от крымчан, что ты вкладываешься в Крым, что здесь начинаешь какие-то дела, это рабочие руки, это Крым хорошее. Это Крым, да. Вообще, ребята, призываю всех, как Дима, точно так же собираться в Крым и отдыхать, и работать, и вкладывать деньги. Банки появляются российские, на Сбер надеемся, на наших операторов надеемся. Промсвязьбанк уже здесь. Дим, тебе огромное спасибо, дай Боже, побольше таких людей нам в Крым. И на самом деле, каждый месяц у Димы буду показывать обязательно, что нового происходит. Надеюсь, его бассейн все-таки покажу. Давайте мы, ребята, еще с вами здесь еще прогуляемся. Дим, пока-пока. Все, давайте, счастливо. Слушайте, а сейчас жарко на самом деле. Печет, я в теплой куртке, в рубашке точнее. И прям я бы с удовольствием бы сейчас бы занырнул. Ну, красиво, конечно. Красиво. Все круто. Такой шикарный вид. Красота. Да, ребята, дай Боже нам побольше людей, которые бы приезжали и вкладывались в Крым. Ну что ж, друзья. Всем пока. Координаты компании Кирпл в описании, в бегущей строке. И давайте напоследок еще полетаем чуть-чуть.